Здравствуйте, Соев. А, Костик, здравствуйте. Здравствуйте. Что-нибудь новенькое принесли? Моей Ольге Яне понравилось. Ну, говори само за себя. Соев, я уважаю вашу супругу. Я глубоко ценю ее вкус. Но я вас прошу, посмотрите финал. Ну, вспомните, как было в прошлом. Экономно, выразительно, просто. Но вместе с тем идейный масштаб. На вас не угодишь. Соев, дорогу осилит идущий. Вам необходим творческий непокой. Вы слышите, Соев? Это говорит зритель, для которого мы работаем. Он не зритель, он ваш сосед. Соев, секундочку, подождите. Ведь вы же поэт. Вы рупор эпохи. Ведь так, ведь верно? Ну, это вы слишком. В самый раз. Стало быть, необходимы поиски. Ну, создайте какое-нибудь полотно. Зачем ему полотно? Что вы его сбиваете? К вам, между прочим, это тоже относится. Вы тоже сторонник застывших форм. Я попросил вас. Время от времени артист обязан переодеваться. Вы должны менять свой облик. У вас навязчивая идея. Соев, секундочку, Соев. Или, например, такое самовыражение. Напишите комедию в стихах, как Грибоедов. Он плохо кончил.